Так, сейчас стандартное задание. Эли пинает меня одиночно, я защищаюсь движениями под углами. Как только он меня касается, я сразу же быстро отвечаю. Бывает ситуация, если он коснулся и ушел, вы проспали, все равно киньте руку. Руками мы работаем в структуре прямых ударов. Стараемся не просто плечо брать, если он меня пинает на ногах. Раз и обратно к нему здесь, раз и обратно. Коснулся, я ответил. Если партнер где-то медленный и вы постоянно уходите, специально плечо подставьте ему, чтобы ударить, отработать именно контратаку. Так, то же самое, ответ двойкой. Элик пятнает, касается, я отвечаю двойкой. Так как ответ двойкой, вы можете не каждый удар попасть, тем более его задача ударить и уйти, то я советую двойки делать на смещение. То есть он ударил, запятнал меня, руки в прыжке, к примеру. Он запятнал меня двойкой через подшаг. Потому что просто двойку с места вы, скорее всего, не достанете. Он коснется, я максимум передний отвечу, а дальний будет уже по воздуху. Поэтому сразу изначально двигайтесь, старайтесь работать именно в тэквондистской манере. Либо двойка в прыжке, либо через подшаг. Миша, чему? Дальняя рука где должна быть? Саша, где дальняя рука у тебя, когда пятная жизнь? Королёв, что ты ходишь там с опущенными руками? Си-чек. Так, ответ ногой. Также я защищаюсь передвижениями. Если он меня касается, не на месте, либо с подшагом, либо на атаку, я сразу же отвечаю. Если он коснулся, я затормозил, какая-то пауза была, он ушел, я все равно бью. Если он ударил и остался рядом со мной, я, к примеру, там дальней ногой что-то бью, я бью рядом с ним, но ногу разгибаю полностью, чтобы не было вот таких вот движений или работы в контакт. То есть он ударил, близко остался, твит, к примеру, раз, я ударил рядом с ним. Обязательно удары ногой полноценно, максимальное разгибание и сгибание также быстро в фазу сбора. Быстрее ответ ногой. Слушай, это ответ у тебя. Быстрее, Миша, отвечать надо. Двигаться, Андрей, двигаться и уходить быстро. Поменяли задание. Я чё рука болтается вторая? Take one! Федя, чё ты стоишь? Так, заключительное задание, всё то же самое, ответ двойкой. Когда мы отвечаем двойкой, у нас не должно быть два одинаковых удара.
Так, желик меня пятнает, коснулся. Раз, два. В напорное положение. Еще раз пятнает. Ответ. Удар. Нога ставится в однопорное. И сразу второй удар. То есть пауз сейчас быть не должно. Не должно быть. И тоже у нас тот же принцип. Если он смещается назад далеко, я бью туда, куда он смещается. Он может за спину, к примеру, уйти. Я бью там, где он стоял. Ноги разгибаем до конца. Приготовились.